Так, друзья, сегодня к нам на тест попало новое гениальное изобретение от компании Time Trial. Это тренажер для спины, рук и пресса. В первую очередь его используют обычные гребцы. Вот, как правило, по классике это берется блин обычный, 15-килограммовый. И вот такими вот движениями, обхватывая его с двух сторон, забрасывают его за спину, чуть-чуть приподнимая вверх. Вот, в нашем же исполнении это надувная емкость, которая вмещает в себя до 30 литров воды, соответственно, вес регулируется от там, 15 примерно, более-менее вот, рабочий, до 30 килограмм. Очень удобные ручки сделаны, она сама мягкая, очень удобно ее транспортировать. То есть сливается вода, я поехал на сбор, заполнил водой, подкачал чуть воздухом, и тренажер готов, его можно использовать. Показываем, как это все работает. Мы чуть приподнимаем его с камьи и забрасываем просто за спину, назад, направо и налево, стараясь держать его в воздухе. Очень хорошо прокачиваются мышцы пресса, спины, косые мышцы, рук. Вещь очень хорошая, полезная. Ребята придумали ее и выпускают в нескольких модификациях. Это вот под 30 килограмм максимальный вес. Вот рядом с нами лежит точно такая же для девочек и юниоров. Это вес 10 килограмм. Это тот же самый принцип. Она заполняется водой, подкачивается воздухом. Две очень удобные ручки. И мы также приподнимаем от скамьи и забрасываем за спину. Очень хорошее, удобное упражнение. Вода спускается, сливается, грузится в багажник или рюкзак и переносится на новое место тренировок. Очень удобная штука, рекомендую.